can I say to this King of Majesty? What can I say to his glory? What can I say to his mercy and his grace? Дорогие друзья, 14 декабря наша группа, мы будем отправляться в Мексику, в штат Синалоа, в Лас-Милпас, для того, чтобы проводить евангелизационное служение там. Наша цель — это принести Божий свет тем людям, которые еще живут во тьме. Иисус сказал, что вы свет мира, вы город, стоящий наверху горы, и этот город, он не может укрыться. Поэтому мы хотим нести Божий свет в те семьи, которые еще живут во тьме. Go into all the world and preach the good news to all creation. We take this word to heart. And this Christmas, we're going to go to Las Milpas and preach the good news. What better way to celebrate Jesus' birthday than to go and tell the people that he was born to save them and to love them. And that's the best gift we can give to someone, the gift of Jesus. Because no presents, toys, or money can compare to having eternity in heaven. So we ask you, please join us this Christmas to spread the great news that Jesus is here for them and Jesus loves them. And at the same time, you'll get a great experience, because when you let God lead you and just be with God 100%, no work, no college, nothing to distract you from God, you will witness and be a part of His miraculous acts. God will work in you and through you. So we ask you and encourage you to join us this mission trip. Мы также хотим с вашей помощью, с вашим активным участием собрать одежду, игрушки, рождественские подарки для детей, которых мы встретим, которые придут на наши служения, и таким образом благословить этих людей. Мы хотим вместе с вами принести не только Божье Слово, но и делом показать наше участие, участие всей Церкви в жизни людей, которые живут в этом штате Синалоа в Мексике. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем вас за оставшееся время принять активное участие. Приносите одежду, обувь, игрушки, детские, рождественские подарки для детей. Мы будем рады вместе с вами все это приготовить и доставить в Мексику, в Лас-Милпас. Работы очень много в Божьем Царстве. Только проблема в том, что работников очень мало. Поэтому мы просим вас, чтобы вы молились, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Потому что Иисус сказал, что жатва уже готова для того, чтобы собирать ее. Поэтому мы просим, пожалуйста, поддержите нас в молитве. В то время, когда мы будем в Мексике, мы просто нуждаемся в вашей молитве. И пусть Божья благодать и Божье присутствие будут в вашей жизни. Благословение вам!